Я уже запись начал. Да. Ну, хлопнешь. Всем привет! С вами Денис и Елисей, и мы на канале Твой Игровой. Мы сегодня поиграем в настольную игру «Мышиная команда». Нам нужно будет, пока кот нас не поймает, стащить из кухни, из кладовой разные запасы. Морковку, хлеб, огурец, там сыр, рыбу. Рыбу. Да. Будем кидать кубики. Морковку, огурец, это уже было. Да, ну ничего, можно повторить. Будем кидать кубики и закрывать вот этими жетонами те продукты, которые выпадут на кубиках. Ну, а все подробности правил расскажем уже во время игры. Мышиную команду вы можете купить в магазине «Игровед». Заходите, у них на сайте очень-очень много игр. Я уверен, что-нибудь вам обязательно понравится. Ну, а мы продолжаем. Первым будет ходить Елисей. Давай. Так, кидаем кубики и смотрим. Попался сыр. Да, теперь мы можем их выкладывать. Как минимум один кубик нужно выложить в каждый ход. Так, все, ты выложил, так как все три кубика на поле, значит, мы их заменяем теперь нашими жетонами мышек. То есть, вот чуть-чуть они прихватили за краешек продукты. Так, но при этом, так как мы ничего не утащили, а чтобы утащить, нужно закрыть весь продукт жетонами мышек, то кошка двигается. Да, ну чего? Едем дальше? Два, три. Так, вот. Один крестик и два. Да, смотрите, я должен выложить хотя бы один кубик. А ты подожди, хочешь, подожди, чтобы кошка не ходила? Хочу. Ну, значит, ложи сюда один огурец. Кладу сюда, а второй огурец. А второй сюда. Хорошо. Значит, утащили, кошка не двигается. Да, но все-таки еще неизвестно. Мы должны третий кубик все-таки перебросить, да. Можно перебросить. О, еще один огурец. Отлично, значит, можно сюда. Все, давай, ты заменяй здесь, тебе удобнее здесь, а я здесь заменю. Так, вот. Угу. Кошка не двигается. Теперь ты ходишь. Все. Задача нам все поле выложить нашими жетонами. Да. Утащить все продукты, пока кошка сюда не доберется. Угу. Да? Давай. Да. О, морковка. Так, морковка. Сыр. Сыр. Давай, сыр я... О, вот, да, чтобы не двигалась. И хлеб. Хлеб давай сюда. Договорились? Договорились. Все, давай заменять жетонами. Раз. А я здесь заменю. И три, да. Все, кошка не ходит. Да, я хожу. Теперь ты. О, два огурца. Два огурца. Знаешь, что я подумал? Что? Лучше не будем закрывать. Потому что если закроем, помнишь, как в прошлой игре мы играли... Мы все огурцы позакрывали, и когда начали выпадать огурцы, нам некуда было ставить наши результаты, кубики. Поэтому давай оставим хотя бы чуть-чуть. А огурец сюда поставим? Давай. Да? Два огурца сюда и хлеб. Это твой кусок? Да, ну ничего, ты же мне помогаешь. Твой. И хлеб давай вот сюда. О! Нормально? Нормально. Кошка ходит или не ходит? Ходит, да. Но зато у нас есть свободные еще продукты. Да. Так, ну что, ходи. Ой, забыл. О, морковь. Морковь. Можно сюда, и она не будет ходить. Можно сюда. Да, осталось. Здесь у меня еще огурец. Огурец. Вот я бы приберег огурец. Давай выставим хлеб, а огурец перекинем. Давай. Давай, можно выставлять и два. Морковка. О, другое дело, да. Вот сюда. Да. А хорошо. Мы что-то утащили? Нет. А, да, морковку утащили. О, всё. Кошка не двигается. Она не двигается. Давай, меняй морковку тогда на жетон. И морковку на жетон. Да. Хорошо, я кидаю. Так. Два хлебца. Два хлебца и морковь. А ты хочешь, чтобы кошка не ходила?
Ну, так не получится. Вот так. А-а-а. И сюда. Ну, давай. Значит, и начну большую морковь собирать. Угу. Так, все, давай, меняем. Что меняем? Меняем мышку. Кошка до сих пор не ходит. Ну, да. Кошки не ходят. А третий-то куда? Какой был? Морковь был? Хлеб? А, и хлеб, да? Угу. Два хлеба и морковь была, правильно? Угу. Так, ну что, ты ходишь? Давай. А я только что ходил. Да? Ну тогда я. Или я забыл. Или я тоже забыл. Рыба? Рыба. А ты хочешь, чтобы кошка в другой глаз не ходила? Можно попробовать. А вот сюда? Вот сюда, тогда перекидывай вот эти Всё, два. Два перекидывай. Можно перекидывать, хотя бы один нужно выложить. О! И два хлеба. О! Два хлеба и кошка, кошка не, не ходит. Все, выкладывай, пожалуйста. Так. Так. Хлеб? Хорошо, давай. А кто ходит? По-моему, ты ходишь. Я уже запутался. Я тоже. Ну давай, ходи. Похоже, ты ходишь. Да? Ну хорошо. Так, сыр, рыба и огурец. Ну, давай рыбу выкладываем, пусть кошка будет стоять на месте. Огурец закрываем вот сюда. И сыр. Давай начнем большой сыр. А может этот? Давай. Все. Выкладываем? Угу. Ну давай, выкладывай огурец тоже вместе со мной. А что мы еще там ближе? Вот эти вот. А, вот этот? Ну да, заменяй. Так. Ну что, теперь я хожу? Угу. Я запутался опять. Да нет, ты сейчас ходишь. Давай. Вот, крестик. Это значит, что никуда его нельзя разместить. Ну, после броска хотя бы один кубик надо разместить. А там уже посмотрим. Давай. Куда хочешь? О, сюда. Сюда. А сыр куда? Сыр, 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 сыр. Сюда. Сюда. И давай перекидывай. Ну, два давай. Ты разместил, и один остался. Можешь его перекинуть. Рыба. Хорошо. Хорошо. Так, ну давай тогда менять их на жетоны. Мы ничего не утащили, поэтому кошка ходит. Надо заменить жетонами. Угу. Давай. Угу. Теперь я хожу. Угу. Давай. Морковка. А чё сюда не положил? Кошка бы не ходила. Ну ладно. Тогда кошка не ходит. Морковка. Что еще? А где здесь хлеб? Хлеб. И еще что? А там сыр. Сыр. Сыр? О, сыра мало осталось. Давай его прибережем тоже на следующий раз. Давай. А то вдруг нам надо будет, чтобы кошка не ходила. Начнем вот этот сыр. Угу. Давай, меняем. Ты вот эту меняй, морковку, а я вот эти два, потому что мне удобнее отсюда. Так. А мы утащили что-то? Нет. Как? Ты забыл, что ли? А что ты, разве морковку утащил? Да! Только что? Да! А, ну все, давай. Кошка не видит. Так, кто сейчас ходит? Ты. Я, ладно. Ой, нет, я! Ну давай. Я хожу. Давай. Сейчас. О, две рыбы. Две рыбы, вот можно сюда, и она не будет ходить. Да. А-а-а. Тебе здесь легче выкладывать? Ну, еще какой у тебя там? Морковка. Морковка, ну давай. Вот, хорошо, идем. Она не ходит, кошка. Угу. Ну, теперь я хожу. Хорошо, что у меня не попалась одна рыба. Вот это сложно будет. Один съел. Да, ну о, один мы должны выложить, а эти я перекидываю. А кошка не ходит. Подожди, кошка не ходит. Выкладываются жетоны только когда все три кубика. Хм. Если мы не сможем три кубика выложить, значит мы не можем походить. Так, хлеб. И еще один переброс у меня есть.
Все, не смогли три выложить. Кошка ходит. Это все возвращается. Мяу! Ну давай ее сюда. Да. Сколько осталось? Давай, посчитаем. Давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ходов. 7. Ходи. 3, 4. Давай. Потом еще в черепашьи бега поиграли. Хорошо. А еще? Давай, кидай. А еще флотилия. Флотилия? Угу. Ну, давай. О, смотри, я тебе хочу... Подожди. Ну да, рыбу выкладываем. Хочу рассказать, почему опасно. Ты хочешь сейчас выложить вот сюда, да? Угу. Но почему опасно? Потому что в следующий раз, когда у нас выпадет хлеб, то у нас уже все хлеба будут закрыты, и нам никак не положить будет, понимаешь? Может быть, ты перекинешь эти два кубика, чтобы был сыр, морковка. Во! Это другое дело. И тогда у нас хлеб еще останется. И огурец. Огурец закрываем, морковку выкладываем. Значит... Я меняю вот эти два, а кошка ты вот ходит? Это. Ой, нет, не ходит. Не ходит, огурец-то утащен. Помню. Да, кошка не ходит. Давай, меняй рыбу на жетон. А здесь уже мышка. По-моему, я хожу. По-моему. Ты не двигай, пожалуйста, стол, ладно? Угу. А то как-то все двигается. Угу. Так, огурец... Морковка. И еще один у меня вот этот вот остается на переброс. И морковка. Опасно, конечно. Морковка, да сюда. Ну ладно. Тогда кошка не ходит. Кошка. Хорошо, договорились. Тогда меняем. Я две морковки, а ты поменяй, пожалуйста, огурец. Я себе еще жетончиков возьму. Ну вот сейчас у нас опасная ситуация. Знаешь почему? Потому что у нас все морковки закрыты. И теперь, если будет выпадать морковка, и нам некуда ее будет поставить, нам придется завершать свой ход, и кошка будет ходить. Угу. Ну давай, ходи. Ты ходил. Да, теперь ты ходишь. Два хлеба. Вот. Теперь. Видишь, два хлеба. Два хлеба, ну да. И одна морковь. Морковь-то некуда морковка, ставить. Морковка, да. Лучше перекинь вот эти два кубика. А, давай. Чтобы и хлебушек остался. Ну, один какой-то, подожди. Нужно один обязательно какой-то выставить. Вот этот, давай выставим. Морковь. Да. Морковь. Ну, он вот так вот встал. Давай ты перекинешь. Непонятно. Вот так он должен стоять. Да, ты думаешь? Да. Ладно, давай сделаем так. Все-таки два хлеба мы выставим, которые у нас в прошлый раз были. А этот перекидывай. А то что-то так вертеть не очень. Ого. Рыба. Ставь. Где здесь рыба? Все, меняем. Кошка не ходит. Не ходит, все верно. Так, теперь нам осталось закрыть сыр, рыбу и огурец. Я хожу. Угу. Рыба выставляется, а это я перекину. Все, никак некуда. Все морковки закрыты. Кошка ходит. Ходи. Ходи. Вот это бросок! Сыр. И крестик придется перекидывать. Если сейчас выпадет что-то, чего нет на поле, уже закрыто. Да, это просто невозможно! Да как ты играешь? Ну ты. Ты сразу утащил и огурец, и еще и сыр. Сюда вот так. Ну, сейчас будет очень сложно, потому что нам надо две рыбины и два сыра. Как ты это сделаешь, я не понимаю. Я стою, а ты же? Ты? Я хожу. Да. Так, ну давай. Да-да-да-да-да-да-да. Рыба. Рыба, морковь. Морковь будем перекидывать. Да-да-да-да-да-да-да.
Ладно, да. Кошка двигается. Да, вау! Ой, у нас стол там с тобой ходит, как хочет. Да, как будто у него... Ну, кошка подвинул, давай ходи. Видишь, у папы не умеет в нее играть. Ого, рыбины, куку. Да как ты так играешь-то? Да так? Ну, так у тебя огурец, куда ты его девать-то будешь? Угу. Давай, перекидывай, нужен сыр. А, сыр? Давай. Морковь, извини. Да вот же, видишь? Так... Рыбу-то заполнили! Нет, нельзя! Так заполняется, видишь? Только когда три кубика на поле. Мяу! Понял? Мяу. Как? Два сыра. Два сыра! Два сыра! Кошка. И еще нужна рыбина. Кошка. Знаешь, что надо, чтобы рыбина была? Что? Подуй. Видишь? Здесь почти рыба. Если еще перекинуть, получится... Почти рыба? Ну, извини, так нельзя. Это уже называется мухлёж. Так, перекидывай вот этот вот. Потому что он упал. Если упал, надо перекидывать. Так, морковка и крестик. Это остается. Давай. Перекинь, потому что он упал. А не потому что... Да что ты делаешь? Так. Ничего нельзя выставить. Пожалуйста, не двигай стол. Договорились? Договорились. Давай, я тебя подвину. Бери. Все, давай. Только не попади на крест. Да. Так, сыр и рыба. Сыр тут был. Рыба. А вот это надо подуть. Шиба. Огурец. Шиба. Мыба. Еще один ход. И все. Что же делать? Еще один ход кошки, и мы съедены. В тот раз. Чего будем делать? Да что, не знаю я. Давай, пусть она наполовинку пройдет. Давай. Давай. Тогда кидай. Да я подниму. Ой, там это мышь. Ничего, давай. Так. Огурец. Ну вот она еще пришла вот сюда. А давай как будто она отодвинулась. Нет. Сюда? Нет, давай она пошла тапочки понюхать, вот. Что там за тапочки? А мы пока будем кидать. Так. Давай я. Давай. А на тапочки потом пошла полотенце какое-то или что-то еще другое нюхать. Так, две рыбы. Перекидывай. Перекидывай вот этот. Она еще нюхает вот это, что-то там висит. Батон. Так, она пошла вот это белое полотенце нюхать. Сейчас я схожу. Нет, я. Сыр выпал. Я успею. Сыр выпал. Там рыба выпала. Нет, то, что упало, нельзя. На. Ну все, она уже пошла вот сюда, вот встала перед дверью. А может кидай. Она... А давай она понюхает, ну... А давай она будет нюхать нож. Ну, пусть нюхает нож. Да, им резали рыбу, она его нюхает. Давай, быстрее кидай, пока она нюхает нож. Она легла поспать. Пока она спит. Так, сыр. Сыр. Перекидывай. Пока она спит. Пока кошка спит. Давай, быстро. Она вздремнуть легла. Сыр. Давай, перекидывай. Сыр. Мыр. Тебе рыбу надо. Да что ж это такое? Она пока спит! Нет, она уже перебралась спать сюда, а теперь я кидаю. А мы... Ну, не получается никак. Все, она уже начала заглядывать за дверь. Давай, кидай быстрее. Пока она... А может, она очень, ну... Она уже заглядывать начала, давай быстрее. Так, рыба. Перекидывай тот. Видишь, как плохо, когда остается? Нет, этот огурец остается. Вот этот перекидывай. Зачем ты не заполнил сыр?
Потому что не этот огурец остается. Ты должен перекинуть один кубик. Вот, было две рыбы, значит, в тот бросок. Огурец перекидывай. Нам нужен сыр. Да что это, морковка? Она уже заходит сюда и начинает вот здесь вот так вот заглядывать. А может, она залезла в шкаф? Нет. Посмотри. Все, что... я выкинул. Две рыбы и сыр. Тут... Быстрей. Что быстрее? Так быстрее закрывай. Быстрей? Да, что закрывай? Давай, вот эти два. У нас остался один жетон. Все, кошка уже на пороге. Один жетон. Она уже зашла и начала вот здесь принюхиваться к мышам. Вот, смотри, сколько мышей. Да. Давай, выкидывай теперь, да. Нам нужен один сыр. Давай. Да. Один сыр! Есть! Есть! Все! Она пришла, мяу! А мышей-то уже и нет. Давай, выкладывай. Да. Все, мы успели. Да, успели. Фух, ну как? Мяу. Что вот скажешь? Тебе и мяу. Что скажешь? Ну хорошо. Тебе нравится эта игра? Да, нравится. Выключи камеру, потом в черепаши и бега. Прямо сейчас. Сейчас? Да. Будешь?